75-летие ГАИ рязанские блюстители дорожного порядка отметили актом небывалого самодурства. Незадачливому водителю, рискнувшему прийти в ГАИ в шортах, дают здесь отворот-поворот. Чем не устраивает полицейских этот вид мужской одежды, они не говорят, кивают на руководство. Чей приказ? Скажите, пожалуйста. Я вам сказал, руководство. Ну чей конкретно? Рязанской области начальника ГАИ? Руководство. По словам горожан, гаишники перехватили инициативу у местной администрации, которая зимой ввела дресс-код для своих сотрудников. Особым пунктом работниц правительства обязали тогда носить нижнее белье. Мужчин, кстати, это требование не касалось. В пресс-службе МВД России оказались удивлены инициативой рязанских гаишников. Внутренними документами устанавливается форма одежды полиции, а о дресс-коде для граждан там слышат впервые. Если человек пришел оплатить штраф, или там что-то, какая разница, в чем он пришел? Да, в шортах, в костюме, в джинсах. По словам юристов, гаишники прямо нарушили 33-ю статью Конституции, дающую право гражданам обращаться в органы государственной власти.